На Краснодарском вокзале сегодня звучала песня дружбы. Более полусотни вокалистов присоединились к флешмобу, в котором участвуют жители России и Украины. Суть в том, что незнакомые люди исполняют всеми любимые хиты из советских кинофильмов и народные песни. Краснодар стал одним из первых городов страны, который поддержал вокальный марафон. Неожиданно на вокзале заиграла музыка. В толпе ожидающих сразу и не узнать краснодарских артистов. Вокалисты ансамбля «Криница», Кубанского казачьего хора, а также их коллеги из Дворца искусств «Премьера» сегодня записали в плейлист украинско-российского песенного марафона известную народную композицию. Народная песня так воодушевила зрителей, что некоторые пустились в пляс. Артистам даже не пришлось репетировать. Песня входит в репертуар коллективов. Известны ее слова и большинству зрителей импровизированного концерта. На Кубани она популярна, и ее легко подпеть. Надеюсь, что нас услышат и во многих других славянских странах, городах. И это все продолжится. Песня дружбы в путь, скажем так. Когда баян стих, артисты снова растворились в толпе, оставив на память случайным зрителям хорошее настроение и видеозаписи в мобильных телефонах. Выступление очень понравилось. Дай Бог, чтобы не последнее выступление у вас было. Очень впечатляет. Мы от души смотрели. Я даже заснял все, везу домой, показывать своим всем. Зародился флешмоб на Украине в Запорожье, затем волна прокатилась по другим городам страны. В Харькове, Одессе и Днепропетровске молодые люди пели на русском советские хиты «Старый клен», «Катюшу», «Смуглянку». Подхватили идею и в России. На вокзалах зазвучали «Распрягайте, хлопцы, кони», «Десантный батальон», «Червона-руту». Исполнить песни дружбы готовятся теперь коллективы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ставрополе, Ростове-на-Дону. Участники марафона хотят напомнить славянским народам о своих корнях и сделать народную культуру еще популярнее среди молодежи. Анастасия Лисова, Анна Комарова, Никита Пустотин, телекомпания «Краснодар».